Любите играть GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах, и насчет бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку этой группе, чем сутки напролет таскать ящики на склад. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. Всем привет, с вами Антромир. И как я понял, прошлый глич пофиксили. И вот сегодня я выпускаю еще один обход. Только теперь он будет не совсем соло. Вам понадобится друг. И да, хочу сказать огромное спасибо квесту за то, что помог в реализации данного ролика. Ну, если вам не хватает моих гличей, то ссылочка на него есть в описании. А также это все тот же глич с дверями и легии. Что ж, для самого глича машина для копирования должна находиться либо в базе, либо в игровом зале, либо в казино, либо в арене. Также нам понадобится бесплатная легия. И Фагио, который должен стоять в гараже от любой квартиры. Это очень важно. Ну а перед началом самого глича хочу тебя попросить подписаться и поставить лайк. Также не забывай про наш Discord сервер, ссылка на него есть в описании. Там ты можешь найти людей, которые тебе помогут с любым не соло гличом или, например, вот с этим. Ну а теперь погнали к самому гличу. Что ж, для начала вам нужно найти неподалеку от вашего гаража с машиной для копирования место, где будут перекрыты все двери у легии. В моем случае это гараж от казино, и я поехал вот в это место. И да, при этом ваш друг должен находиться с вами в машине. После этого вы проверяете в меню взаимодействия, чтобы у вас был доступ к транспорту все. Далее после этого ваш друг должен выйти в редактор. И его NPC должен остаться в вашей машине. Далее, после того, как ваш друг вышел, NPC начнет паниковать. Если он не выходит из машины, значит вы все сделали правильно. Далее ваш друг должен обратно подцепиться к вам в сессию. И прийти на это место, где стоите вы. После того, как ваш друг до вас добрался, вы выходите из машины. И в этот же момент ваш друг должен тэпнуться в машину. После того, как все прошло удачно, вы просто отбегаете на небольшое расстояние и вызываете через мотоклуб ваш Фагио. После того, как вы вызовете Фагио, вашего друга выкинет из машины, это нормально. Вы просто говорите своему другу, чтобы он стоял и ждал вас. А вы в это время бежите в гараж, где у вас стоит машина для копирования. В моем случае это гараж от пентхауса казино. Далее вы просто садитесь в машину для копирования, в моем случае это всеми любимая Иси. Просто выгоняете ее и едете к вашему другу. После того, как вы подъехали к вашему другу, вы говорите ему, чтобы он убил NPC в машине. Если вы добились такого эффекта, что машина пропала, значит вы сделали все правильно. И сейчас самое важное, вы должны заехать именно в тот гараж, где находился Фагио. Именно тот, который вы заказали. Поздравляю, машина скопирована. Фагио, который стоял у меня в этом гараже, заменился на Иси. Оригинал у вас остается в том гараже, где стоял изначально, а копия в том гараже, где стоял Фагио. Но для того, чтобы доказать, что машина скопировалась, я поеду обратно в казино. И как можно заметить, у меня в гараже стоит две Иси. Ну и на этом все, вот такой вот глич показал. Если я тебе хоть как-то помог, то подпишись на канал, поставь лайк, чтобы не пропускать дальнейшие гличи. Не забывай про наш Discord сервер, все полезные ссылки есть в описании. А с вами был Антромир, всем пока-пока и удачи.